Китайский рынок – огромный рынок. Туда стремятся все. И не такие монстры, как мы, малыши. Мы для них малыши. Но, тем не менее, они с нами имеют добрые отношения. Я вам не скажу, что он всегда для нас премиальный, то есть самый лучший. Но это очень важно для диверсификации. Надо, чтобы мы присутствовали на многих рынках. Тогда мы не так зависимы будем от одного покупателя. Поэтому мы прорвались на этот рынок, разворачиваемся там. Нам надо посмотреть на индийский рынок. Слушайте, мы с индусами с советских времен в очень добрых отношениях. Вот они люди такие стабильные, постоянные, но торгуем мы недостаточно с ними. А рынок колоссальный, 1,5 миллиарда, больше, чем в Китае. С Пакистаном у нас добрые отношения. Ну и хорошо, что с Евросоюзом вы имеете отношения и хоть немножко туда поставляете этой продукции. Когда уже тропинка протоптана, по ней можно будет пройти в любое время. Несмотря ни на какие потрясения в наших отношениях, политика, политика иногда, бизнес видит свои пути и дороги. Поэтому с ними не надо терять отношения.